У них, наконец, будет свой дом на родной земле. Длительное время жители двух сел Храхуба и Урьян-Уба, вынуждены переселиться из Азербайджана в Россию, не могли разрешить вопрос определения места жительства. И вот теперь они получили свои долгожданные документы. В итоге за 2018 год переселенцам выдано 23 государственных жилищных сертификатов на 55 миллионов рублей. Выделены деньги в сумме 210 миллионов и 130 семей получили жилищные сертификаты. Они приобрели квартиры, и, кстати говоря, мы им помогали в приобретении квартир в плане того, чтобы они не столкнулись при приобретении квартир с недобросовестной застройкой, проблемными домами, которые имели место в нашей республике. Сегодня вот благодаря всем этим общим усилиям мы эту программу завершили и можем об этом доложить. В настоящее время более 40 семей ждут своей очереди на получение сертификата. Отметим, что на 2019 год предусмотрено 33 сертификата на общую сумму около 80 миллионов рублей.